Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Я специалист компании МБА «Финансы». Иванова Наталья Николаевна меня зовут. У меня Дмитрий Евгеньевич Кузнецов нужен. Это вы? Да. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Дату рождения вашу ожидаю. Назовите, пожалуйста. Чего ожидаете? Я уже родился. Нечего ее ожидать. Я уже родился давно, 44 года назад. Назовите дату вашего рождения, Дмитрий Евгеньевич, как пожалуйста. Строго. Ну ладно. Только не думайте, что я испугался. 27-72. Ну, не занимайте мое рабочее и ваше личное время. Вы являетесь а только это вы же занимаетесь. Открытие 662 календарных дня задолженности вам выставлено банком. И сумма задолженности 610 тысяч рублей. По акции вам идет банк навстречу. Предлагаю оплатить сумму для закрытия кредитного договора в бесштрафной части в размере 212 тысяч рублей вместо 610. До 14-го включительно требует исполнения обязательств на основании 307 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Внесение денежных средств ожидает на ваш расчетный счет. Оплата поступает в полном объеме? Да, конечно, это нормальные условия, конечно. 212 тысяч оплатите сразу? А что вы удивляетесь, это же нормально. Вы как считаете? А где вы такие? Я подождал, сил набрался, 600 с чем-то дней. Сейчас давайте, думаю, я отдам. Конечно, нормально. Начинайте частичную оплату, чтобы не потерять акцию. Продлите условия акции тем самым. Не-не-не, вы же сказали 212, вполне нормально. Хватит уже отдыхать 600 дней-то. Балду пинал. Надо же совесть иметь, правда же? Вам же и вам должен оплатить. Вот вы же должны заработать, верно? Дмитрий Евгеньевич, что? Мне мое предприятие заработную плату платит, мне его никак. Ну все, ну да не, я без проблем, платит и платит, наверное, заработаете, вот я оплачу, пойдете заработаете, там галочку вам поставят, что... Вы свою задолженность оплачиваете, а не... Да я же вам говорю, вы что, там сумасшедшие все, что ли? Я говорю, конечно, оплачу. Да, еще не трех дней же надо, да? Я вот и пытаюсь уточнить. Вы работаете сегодня? Где вы эти денежные средства найдете? Да есть у меня деньги, я предприниматель. Я же директор организации. Да или, надо, или могу даже с запасом. Могу даже с запасом. Да, что вы заладили частично? Вы что, не ожидали такого ответа от меня, что ли, или что? Звоните потому заведомо, думаете, что человек откажется? Ну, отказывался, но балду пинал. Балду пинал, бессовестный, потому что. Хамите с нашими операторами, пытаясь предоставить ну, их, вам думаю, информацию их хватит в ответ. Уже надоело. Вы сам вам отвечаете. Так я и подумал, проснулся в одно прекрасное утро. Может, хватит уже ерундой-то заниматься. Люди же работают, пользу приносят. А я вот тут вероломно тут хамлю, обзываю их. Обманываю, все, хватило, все, совесть, сосуд переполнен, все, пойду оплачу сегодня, завтра. Исключительно оплата от вас поступает? Да сегодня какой еще, он все работает, банки работают, сейчас такси поймаю, поеду. Где вы работаете, Дмитрий Евгеньевич? Я работаю там, где я работал, плюс еще в одном месте. Место, название места уточните. Альянс Финанс, директор. А еще одно место вы сказали? Что еще одно место? Компания «Алиам», общество с ограниченной ответственностью «Алиам», президент, руководитель, учредитель. По проживанию что менялось? Санкт-Петербург, улица 28, квартира... Да, менялось. Не менялось. Там же с тещей и живу. Теща проживает? Да, в однокомнатной супруги квартире. Телефона. Что супруги сказать? Номер телефона. У меня ВКонтакте, он забит, я на память не помню. Официально в браке состоите, да? Конечно, у меня же трое детей. Сыну 25 лет, он взрослый, он ну, мой заместитель, он работает у меня финансовым директором. Дочери 19 лет учится, поступила в высшую школу экономики, представляете? Причем без оплаты, на бюджет, какая умница, папа воспитал, видите? Поэтому я говорю, папа-то не дурак. И еще младшая дочка из 7 годиков. Папа-то она... не дурак, денежные средства в банке оплатил, дочь воспитал, оплатил учебу. Ну, вам-то приходится с идиотами в основном общаться, вы привыкли, да? Средства банку, не пытаетесь даже никак. Как это не пытаюсь? Я вам что только что сказал, как вас там звать забыл? Да очень сомнительно, Дмитрий Евгеньевич.
Ну, не знаю ваша тогда, как вам говорить. Ваша ситуация добровольная расценивается как уклонение от погашения. Да где же оно? Я же вам сказал, сейчас с вами закончу разговор, выйду. Не забудь бы обуться. Не забудь бы обуться. Да, и побегу прям на такси, забудьте, прям, да. Прям по снегопаду. У нас тут в Питере снег валит. Возвращение полной суммы задолженности 610 тысяч рублей. Почему? Которая я же... будет увеличиваться. Смысла нет доплатить. До кредитного договора. Смысла нет платить, да? То есть, даже если вы меня обманули, что ли? Хотели обмануть меня? Вы дочь выучили за денежные средства банковские? Нет, теперь она бесплатно, она у меня умница вся, в папу поступила на бюджет бесплатно, и еще и стипендию, представляете, получает. Видимо, действительно в папу, в маму, в бабушку, в дедушку. Умная, да нет, семья вообще умная у меня. Незаработанными средствами вперед ваших детей пугается, это очень нехорошо. Как это? Да я же вам объясняю, мне не слышно, бесплатно, на бюджете учится, высшая школа экономики, на бюджете, ей тогда платят. Тогда вернется вам, вернутся ваши труды сполна, если нет... Вы с магического салона мне звоните, все, колдунья? Все, вложили, ноль придет, уважаемый. Ой, не, я поэтому и хочу. К сожалению, не слышу. Я поэтому и хочу пойти сегодня оплатить. Сколько надо? Все остались прежними. Сколько там? Да все прежнее, ничего не меняю, вы что? А сколько там два надо? 200... Два мобильных, один городской указан. Городской как рабочий остается актуальным на сегодняшний день? Какой там, скажите? 78-36 на конце. Конечно, да, конечно. Угу. Ага. Да. А как это платы по причине не настроена? Да какая же... Ну вы что такое говорите? Я вам говорю, я сейчас... Проведете оплату, информацию нам самостоятельно предоставите. Как это? Номер контакта на мобильном сколько у сумму? Вас зафиксировался, реквизиты в кредитном договоре указаны. Я потерял его. Сколько денег надо заплатить?